Всем привет, ребята! Сегодня у нас вторая варка на супер-пупер пивоварне Брюзила 65 литров. Ну, в действительности пивоварня хорошая, мне нравится, уже попользовались и вы. Ром уже немножко делали, пока еще сам куб не собирали, но водичку подогревали. Ну, очень удобно, очень объемно, очень хорошо. И, как ни удивительно, сегодня будем варить мой любимый стиль пива. Это Hefeweizen, немецкое пшеничное пиво. Да, возможно, я уже многих достал своим пшеничным пивом, но хочется, повторюсь, хочется, чтобы оно было идеальным. Этот рецепт, это такой комбо всего опыта и сколько пшенички я варил. Я надеюсь, это все будет в этом пиве, и мы поставим галочку, и с этим стилем мы уже наконец-то разберемся. Начнем с солода. Мы будем использовать 10 кг, 333 грамма солода, да, вот такой вот у меня будет объем. 4,5 кг светлого солода российского. Мне он очень нравится, просто базовый, хороший, светлый соус. Соус, светлый солод. 5,5 кг пшеничного солода. И добавим 333 грамма. Ну, у меня столько было, прям, ну, хотел 300, но 33 грамма оставлять тоже смысла нету. 333 грамма. Это Кара Милана. Ну, это, как его в простонародье любят называть, Турбо Мюних. У него цветность 75% ЕБЕ значение, а вот у Мюниха обычно 20%. Ну и по факту, плюс-минус, он тоже даст карамельный цвет и карамельный аромат. В моей первой варке, на этой пивоварне, я столкнулся с тем, что хоть я не использовал пшеничный солод, который бывает, да, засоряется, бывает, не дает слить пиво нормально, но все равно у меня чуть-чуть подзабило снизу. Снизу подзабилась насосик, и с помощью пришлось двигать пивоварню, подвязать рукой и прокачивать, ну, в ручном режиме шланги. Вот так помог, ну, помогло. Действительно, я уже думал, что делать, не знаю. Вот, и поэтому здесь я дам 600 грамм рисовой лузги. Возможно, надо было дать 800, может быть, 400. Но я такой выбрал середину, 600 грамм рисовой лузги обязательно надо добавить. Вот рецепт, и не забывайте эту рисовую лузгу мыть. То есть я раньше тоже не мыл. Ну, наверное, как и все в целом. В этот раз помыл, прикреплю фотографии, посмотрите. То есть там довольно много грязи. Ну, в принципе, а с другой стороны, кто эту рисовую лузгу моет? Никто, ее просто все скидывают. Ну, там, на комбайнере, как она идет, на этой ленте. И она просто падает, и в пакет заворачивает, и все. То есть помойте, будет пиво, ну, само будет приятнее, понимаете, более такое чище. Воды будем использовать 45 литров. Вот у меня заторная, кстати, 45 литров в данном случае это почти вот до краев. То есть больше, наверное, на другие варки я использовать не буду. При 10 килограммах солода, ну округлим, и 45 литров, это почти ровненько выходит. Не, ну можно 47 сделать на этой пивоварне, но прям вот будет уже опасненько. И будем использовать также 17 литров промывочной воды. Промывочная вода, не забывайте, будет около 78-80 градусов. Она у нас там на кухне подогревается. Кстати, я не сказал, где я нахожусь. Но пока временно дома не получается варить, я так приватизировал комнату сестры у родителей и пока пару варок здесь делаю. А в дальнейшем, летом, кстати, есть идея варить в гараже. Кстати, это все предусмотрено, с другой стороны, почему нет? Все есть, и газовая горелка, и электричество хорошее. Ну, что еще нужно? Водичку помоем, воды даже можно найти, там привезти, проблем нет. Так что летом, наверное, будем варить в гараже лагеря. Возможно... Есть такая идея сделать стрим, прям варю пиво, там, 6 часов. Ну, а что, нет, я не знаю, такого на ютубе еще не видел. Просто запустим стрим, я буду варить пиво, если какие-то вопросы будут, можете подсоединяться, на вопросы буду отвечать. Как здесь сейчас будет с вентиляцией, окошко приоткрою, но посмотрим. Потому что уже, значит, жарковато становится. Хоть у меня сейчас идет всего лишь вторая пауза, уже вторая закончилась, точнее, сейчас будет третья пауза. Сано становится жарковато. Пока не забыл. Я вчера сделал стартер. Я использовал 1 литр 300 миллилитров воды. Ну, как стартер сделал? В кастрюльке сам отварил стартер. Взял литр 300 миллилитров воды, 350 грамм солода из этой партии. И просто провел одну паузу, получается. Да, при 68 градусах я сделал 75 минут паузу. На башау-то я не стал доводить, я проверил потом на йодной пробе, у нас все прошло, все осахарилось. Перелил в баночку, в чистую баночку, все было стерильно. Добавил сюда дрожжи, ну сейчас видео, наверное, появится, или вставка будет.
И это оставил на сутки, вот дрожжи заводятся. Аккуратненько на магнитной мешалке, я ничего не подогреваю, здесь чуть-чуть, прям на маленькие обороты поставил. Дрожжи аккуратненько пусть работают. Но это, наверное, все-таки экономия, да, какая-то. Можно было две пачки дрожжей сюда засыпать, но мы разведем дрожжи и сделаем. И даже здесь вот на... Вот они, дрожжи, кстати, давайте я сразу скажу. Это у нас Лалеман, получается, Мюнхен Классик. Это немецкое пшеничное пиво. Вот. Здесь тоже, в принципе, написано, как эти дрожжи разводить. Плюс-минус. Я так и сделал. Ну, посмотрим. Вообще, как бы я читал, ну, мне ребята в комментариях писали, что дрожжи для пшеничного пива лучше не экономить, потому что пропадает, на нашем случае, в нашем стиле, должна быть гвоздика, банан, и может пропасть запах. Ну, проверим, посмотрим. Может быть, все-таки в следующий раз я уже там для себя лично сделаю плюс-минус такой же рецепт, но засыплю две пачки дрожжей, оставлю бутылочку пива отсюда, и мы просто сравним. Пауз будет много, но для автоматической пивоварни это ерунда, это не вручную бегать, как я раньше делал, да? Поджигал конфорку, у меня на газу было. То я уже, кстати, все запрограммировал. Не знаю, мне нравится. Мне нравится эта пивоварня. Нравится с ней работать. Здесь графики показывают. Все приятно. 46 градусов 15 минут. 52 градуса 10 минут. 65 градусов 45 минут. 72 градуса 15 минут. И 78 градусов 5 минут. Это машаут. То есть много пауз. Конечно, пиво довольно сложное. Хотелось пропустить паузу 52 градуса 10 минут. У меня знак вопроса стоит. Но решил, ладно уж, давайте сделаем все в канонах классических и проведем все паузы. Ну, тем более, солод у нас вот пшеничный, это немецкий, кстати, я не сказал, немецкий авангард. Светлый солод, это русский авангард. Лучше пауз делать побольше. Когда иностранный солод, можно много пауз не делать, потому что у него там уже все элементы, у него все содержится. Кипячение у нас будет происходить 60 минут. Все просто, быстренько. Хмели будем использовать одну упаковочку, это Хлертау Матерфлю, мой любимый хмель. Я его, опять же, почему этот хмель, да? Я его уже варил пшеничное пиво, сейчас, если я найду, здесь надо полистать. Мы с вами варили с... Да, варили хефевайзен с бананом, и там мы использовали этот хмель. Только его. Использовали 40 грамм на наш объем. Было чуть-чуть по горечи многовато. Объем в два раза больше, будем использовать 50 грамм. Этот хмель, по мне, так идеально подходит к пшеничному пиву. Но мой любимый хмель, может быть, кого-то другой любимый. Мой вот такой, Хлертау Матерфлю. В этот раз мы не будем использовать ни кориандр, ни гвоздику, ни добавление каких-то солей, там еще что-то. Единственное, что мы подготовим водичку. Водичку я добавил 15 грамм хлорида кальция на свой объем. И 5 граммов гипса. Вода у меня идет с осмоса, я ее наливаю несколько дней. И потом вот использую в пивоварении. И вот такой у нас будет профиль воды. Это тоже, в принципе, важно. Я раньше это не делал, потом делал, потом опять перестал. По pH. Я, кстати, забыл pH-метр, сейчас бегаю. pH должен быть у нас в начале 5,2. Сейчас я, кстати, померяю. И в конце, уже в самом конце, после варки, pH где-то 5,4 было бы вообще идеально. С помощью соды будем корректировать или с помощью... молочной кислоты. По плотности хотелось бы выйти на конечную плотность где-то 12,5. Было бы вообще супер. Но опять же, это вторая варка, как оно пойдет, какая эффективность будет, я еще не совсем понимаю. Но плюс-минус я хочу вот в это попасть. В принципе, все сказал. Пока я все рассказывал. У нас уже сейчас начнется пауза 65 градусов. Ребят, прелесть. Я, блин, сейчас вот пойду присяду на диванчик, так, а пока позанимаюсь своими делами. А пивоварня варит пиво. Ну, прекрасно, нет? Кому нравится такой контент, нравятся рецепты, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал. Если еще силы останутся после варки, просто уже довольно поздно, то, может быть, в конце варки уже скажу свои впечатления. Ну, в любом случае, надо будет написать плотность и все рассказать, как... Ну, если что-то пошло не так, как это было, ну, надеюсь, все будет по плану, у нас все пойдет хорошо.
приготовление пива прошло отлично. Конечно, автоматика решает. Очень удобно. Особенно, когда по паузам пивовар не идет. Можно свои дела делать, отдыхать. Она себе сама проходит. Все идеально. Даже график здесь строит. Единственное, вот когда уж сама варка, само кипячение, там, да, там надо как бы хмель забрасывать. Был бы звуковой сигнал, вообще было бы прелесть. Я вот не нашел, но я так понял, здесь нет звукового сигнала. А то все равно приходится вот таймер заводить. Единственное, попал, если немножко не попал. Хотел, конечно, 12,5, а я думаю, на выходе будет где-то 11, 11,5. Но, в принципе, ничего страшного, мини-алкогольное пиво будет. Но это все-таки вторая варка, поэтому будет какой-то опыт, будет наработка. Тогда, да, тогда уже будет четко понятно, сколько добавлять солода, сколько воды. Мне кажется, я чуть больше здесь воды. Я там кастрюлю взял у родителей другую. И там, оказывается, кастрюля была 6,5 литров. А я налил ее, можно сказать, почти под завязку, а надо было 5. Ну, вот эти 1,5 литра плюс-минус так и сыграли. Сейчас будем охлаждать сусло. Я, правда, его буду охлаждать не в пивоварне, потому что здесь нет шлангов. Я нахожусь сейчас в комнате. И пивоварню я тоже сейчас не отвезу и не отнесу никуда. Я залью все в бочку. Бочку я уже продезинфицировал, все чистенько. Залью в бочку и уже отнесу к себе на кухню. Мы отнесем с папой. И оттуда уже поставлю в бочку. Я проверил, в бочку идеально, кстати, влезает чиллер мой. Почти до дна он достает. То есть он чиллер, в принципе, довольно глубокий. И прямо у себя на кухне уже буду охлаждать. И потом уже залью дрожжи. Дрожжи, смотрите, какого кремового приятного цвета. Останавливаем нашу пивоварню. Все дергаться стало она, я не знаю. Может, я как-то криво поставил, но это бум, останавливается как-то. Раньше такого не было. Ну, я, ладно, я помою, переверну, посмотрю, может, там, конечно, что-то раскрутилось. Здесь, кстати, шурупы, вот этих надо подтягивать. После там нескольких варок они как-то раскручиваются. Я обычно после того, как все помою тщательно, я еще шурупы все проверяю отверточкой. Давайте проверим. Не знаю, забилось оно, не забилось. Дай бог, что не забьется. Я сейчас здесь скакать. Так, покажу на камеру. Вроде пошло. Слава богу. Знаете, лучше, мне кажется, не жалеть рисовые лузги. И все-таки помол ставить чуть покрупнее. Я вот чуть покрупнее помол поставил. Все, прекрасно. Все, сливаем, закрываем крышкой, относим, охлаждаем и добавляем дрожжи. Ну, я говорю, еще где-то 1-2 дня было бы идеально, но сроки у меня. И смотрите, какая пенка была большая, да? То есть бурное брожение было, и все равно дрожжи еще видны. Итак, наше пиво сварено. Ну, уже давно, в принципе, месяц назад. Я его пробовал, теперь хочу попробовать вместе с вами и прямо в сравнении продегустировать его с другими напитками. В первой части дегустации мы просто попробуем пиво, ну, потому что мало ли кто-то не хочет смотреть обзор, там, не знаю, дегустацию на остальные виды пшеничного пива немецкого. И в первой части, поэтому мы сделаем кратенький обзор, что у нас получилось, но получилось довольно хорошо, такой спойлер маленький. И попробуем то, что другие пивоварни делают. Первый наш экспонат, ну, первое это мое, понятное дело, 5,5 алкоголя получилось у нас. IBU 6, начальная плотность 11. Но это, как я и говорил, я там с водой немножко лоханулся. 1,5 литра воды нечаянно перебрал. Ну и в целом, это, еще раз повторю, вторая варка, поэтому хотелось плотность побольше, но получилась такая. Второй экземпляр, это у нас Schneider Weiss, это...
очень вкусное пиво. Не скажу, что мое самое любимое, но очень вкусное пиво. Мое любимое пиво Mazel Weiss. Оно тоже, возможно, будет. Если я буду еще пшеничное варить, я обязательно на своем месте его попробую. Третье пиво. Я даже не знаю, что это такое. Просто в магазине увидел. Даже не помню, в каком. Какой-то Хернбрау. Сейчас я фотографии себе сделаю. Хаффи Вайсбир. Что такое? С чем едят? Ну, вроде как под Германию косят. Но на самом деле... Изготовители Германии, да, но этикетка вся на русском. То есть, видно, в Германии делают для России. То есть, видно, там варится, как-то в цистернах едет, здесь разливается. И четвертый экземпляр, это я пробовал уже. Это Хефевайзен от Штамбира. Тоже очень вкусное пиво. Ну, мне даже само интересно его в сравнении с классикой. Вот попробовать, как оно выдержит или нет. Ну, я сразу скажу, что как бы соревноваться вот с этим делом, ну, вот с этим тоже довольно тяжело. Но это вообще, ну, люди варят уже по 100, по 150 лет пива, ну, куда я там, да, там, я там 3 года делаю пиво, и вот тут сварил там лучше этого. Не, такого, скорее всего, не будет. Вообще, пшеничное пиво, оно так довольно тяжело его сделать, вот по канонам. Ну, не, его легко сделать, но именно вот сделать его прям супер идеально похожее на тот же Mazel Weiss, на... этот, как его, Вайштефан, на Шнайдер Вайс, но это очень тяжело, то есть это вот такие вот столбы пивоварения, пшеничного пива, которые повторить, но не знаю, это надо дрожжи какие-то иметь, саму эти дрожжи, ну, разводить, то есть там все уже, вплоть до граммов, все уже отрегулировано, все производство налажено. Вроде не должно запутаться, давайте будем открывать, пиво, все, одинаковая температура, у меня все на балконе хранилось. Ну, так, по ощущениям, ну, градусов, наверное, 15, там, 16. Газировал углекислотой. То есть, все у нас должно быть чистенько. И без осадка. Пенки что-то многовато. Но это можно... Ну, это, скорее всего, из-за того, что просто пиво, я говорю, довольно теплое. То есть, в идеале, наверное, все-таки градусов 10, наверное, пиво держать и пить. Давайте посмотрим. Сразу разольем. Schneider Weiss. Пока пена сама будет спадать. Ну, тут либо я плавнее наливал, либо просто, не знаю, меньше пена, скажем так. Хотя у меня такой пены не было. Вот я пил это пиво буквально неделю назад. Вообще пена была слабенькая, но она была, я еще раз повторю, холоднее гораздо. Что, Schneider Weiss вообще какой-то, может быть, его надо было немножко поболтать. Ой, он поболтал себя. Что-то оно вообще какое-то прозрачное. О, мутность появилась. Ну, не надо, да, надо, наверное, немножко поболтать, потому что все-таки вот, это, все фракции, они оседают снизу. Давайте вот это попробуем. Хернбрау. Даже интересно. Давайте тоже разболтаем немножко. Не, ну это, судя по всему, само такое по себе прозрачное. Я прям буду так сильно наливать, пусть лучше пена побольше, но зато оно будет более мутноватым. И похоже на пшеничное пиво. Итак, бокалы наполнены, я немножко прибрался. Прежде чем попробовать наше пиво, я расскажу, почему не было видео давно. То есть многие спрашивают: «Сава, а где видео?» Тут такие танцы с этими бубнами происходят. Я поменял себе телефон. Я пока что записываю на телефон. Возможно, потом куплю камеру. Не знаю, посмотрим. В принципе, телефон неплохо записывает. Картинка меня вполне устраивает. Но тут телефон без выхода. 3,5 джек, как-то он так называется, под наушники. Знаете, такой стандартный. И тут приходится использовать переходники. И с этими переходниками вот этот микрофон, вот эта петличка, вроде хорошая петличка, она никогда не... все отлично работала. Она, бывает, просто не записывает звук. То есть я сейчас говорю с вами, я понятия не имею, записывается звук, не записывается. Если не записывается, будем по новой записывать. И вот так вот это происходит. Бывает, вот тот же ром я готовил. Вот 30 минут общаешься, рассказываешь. Хорошо, что там никаких особых действий не производишь. То есть нет такого, что я вот пиво разливаю. Попробовал, а как я сейчас потом, да, вот если заново надо записать, мне надо пойти еще раз... Плюс-минус то же самое купить. Хорошо, что у меня есть еще запас своего пива. Ну и вот такая ситуация. То есть это микрофон.
И вот это все не в радость, когда вот ты не понимаешь, записывается или нет. Я себе заказал новый микрофон, только единственное, он приедет уже где-то через месяц. Отснял ром. Сидр я уже вообще молчу. Сидр я вам обещаю уже полтора года, и его не бывает. Отснял ром. Мы с папой сделали отличный ром, великолепный. Идеальный ром, я бы сказал. По звуку там вроде все более-менее нормально. И, соответственно, ром продегустируем, а по пиву, может быть, какой-то у меня еще архивные старые видео, как я варю в кастрюле, мы их, возможно, я их буду сам выкладывать. Ждем микрофона, чтобы все хорошо записывать, было хорошее качество звука, мне очень это важно. Я вот это видео, которое вы уже смотрите, я его монтировал сначала. Блин, там звук, конечно, там плюс еще комната пустая, да, там нет ни ковров, ни шкаф стоит, и все. То есть, и там еще такое эхо идет, от пивоварни еще идет шум, микрофон плохой, ой, ладно. Ну, может, для кого-то это не важно, для меня это важно. Вот я хочу, чтобы все было, хотя по звуку, чтобы было все нормально. Качество картинки это дело такое, вроде и так неплохо снимает. Давайте попробуем наше пиво. Сначала аромат, ну, аромат уже я знаю. Аромат у меня получился такой гвоздичный. Могу объяснить, ну, вы, наверное, сами понимаете, почему. Потому что у меня были пониженные температуры брожения. То есть бродил я, поставил где-то при 20 градусов. Первых где-то день-полтора было 20 градусов. Потом температура начала спадать и упала аж до 17. Я это не уследил. И где-то вот так в общей сложности еще 3-4 дня температура стояла где-то в районе 17 градусов, 17,5. Я думал, кстати, возможно, пиво подпортится. Но при таких температурах вот эти дрожжи обалденные, Лалемант, Мюнхен Классик, вообще супер дрожжи, это для пшеничного немецкого пива идеальные дрожжи. Они дают больше аромат гвоздики. То есть мы же гвоздику не клали здесь, а аромат гвоздики есть. Это вот дают дрожжи, когда они бродят на такой вот, ну, пониженной температуре. И поэтому на аромат, ну, как будто тут гвоздику положили. Причем, знаете, не пожалели гвоздики. Потом, когда я это заметил, я начал поднимать температуру, чтобы захватить немножко банана. И поднял температуру до 22 градусов. Ну, 21-22 где-то было. И знаете, такой банановый запах был вообще. Как будто вот, ну, у меня тут балкон пристроен в комнате. Как будто, ну, подходишь к бочке нашей, и как будто там бананы вот в бочке лежат. Особенно если на крышку надавить, гидрозатвор, ну, воздух уходит, как будто прям вот бананы там лежат. Такой приятный запах. С другими дрожжами такого не было. То есть, ну, можно сделать вывод, да? То есть, что главное в немецком пшеничном пиве, это ароматы гвоздики, ну, само пиво, ароматы гвоздики, ароматы банана. Это вы можете сами регулировать. У меня вот, видите, побольше гвоздики. Если будете сейчас лето наступает, будете летом ставить, у вас никаких приспособ нету для охлаждения, то у вас, скорее всего, будет больше банана. Я тоже хочу сварить в следующий раз по похожему рецепту. Буду использовать только эти дрожжи теперь для пшеничного пива. И попробую получить еще больше банана, то есть при повышенных температурах бродить. Давайте попробуем. Вот вкусно. Это прям очень вкусно. И прям на аромате вкус... аромат пшеничного пива. Идет гвоздика. Гвоздика, я говорю, где-то процентов, ну, 70-80 вкуса. Ну да, переборщил, может, чуть гвоздики, но это очень вкусно все равно. И в конце идет аромат банана, такой оттеняющий. Это вот как раз то, что последние дни оно бродило при повышенных температурах. Вот это вот сказала. То есть гвоздика, плавно переходящая в банан. Что бы я изменил? По алкоголю мне все устраивает, 5,5 алкоголя вполне достаточно. Давайте посмотрим, сколько... Шнайдер-Вайс. Вот это же у нас классика. Мы на него ориентируемся. Здесь вообще 4,9. Да даже плотность не надо менять. Вот. То есть, в принципе, все хорошо. Единственное, ну, на мой вкус, чуть больше банана. Банан. Я тут все про бананы. Ну, все, вкратце рассказал. Хорошее пиво, очень вкусно. Мне нравится. Это лучшее, наверное, пшеничное пиво, которое я делал. И в чем еще преимущество, что его можно регулировать. По вашим предпочтениям вкусовым. Прекрасные дрожжи. Вопросов нет. Давайте попробуем Шнайдер-Вайс. Ну, здесь другой уже аромат. Блин, я бы не сказал, что он мне нравится. Такой жженой карамельки аромат. Ну, тоже Шнайдер-Вайс хорошее пиво.
Ну как хорош, тоже хорошая. Она отличная. Ну как, не отличная, но Мазел Вайс лучше. Но Шнайдер тоже неплох. У меня больше гвоздики. Здесь. Здесь более такой полнотелый вкус. То есть здесь ничего не выбирает. Не скажу, что чувствую банана. Ярко не чувствую гвоздики. Но вкус такой более полный. И почему-то он у меня чуть горчит. Я поэтому посмотрел по срокам. Но вроде все нормально. Хорошее пиво. Повседневное. Да нет, конечно. Но, ребят, ну, блин, камон, оно стоит... Ну, сейчас, может, подешевле по акции можно найти. Ну, так, ну, 220 рублей. Ну, много вы вот пива будете пить? Ну, не знаю. Ну, за вечер, да? 4 бутылочки, 1000 рублей. Ну, хорошо, его по акции иногда можно найти. Ну, рублей за 160, да? Но все равно это довольно-таки дорого. Итак, третий экземпляр. Это у нас Hornbrau. Третий раз уже говорю, и никак не могу выговорить. Ну, блин. World Bill Awards Germany Gold. Короче, медальки тут есть. Ну, давайте попробуем. Может, действительно вкусно. Ну, кстати, я не скажу, что это плохо. Это неплохо, но здесь что-то пшенички я особо так сильно не чувствую. Ну, здесь оно более пустое, но это ничего страшного. Это вполне питкое пиво. Не скажу, что плохо. Но на пшеничку не очень похоже. Что-то есть такое оттеночное. Опять же, гвоздика, банан особо не чувствую. Но если здесь была какая-то полнота вкуса Шнайдер Вайса, то здесь как бы... Ну, просто проходное пиво, в принципе, можно попить. Не скажу, что это отвратительно, нормальное пиво. И попробуем. Вот смотрите, в принципе, цвет весь одинаковый, да? А отличается цвет только у штамбира. Он такой более светлый. Ну, мы еще баночку стряхнули. Давайте попробуем штамбир. Аромат, признаюсь честно, у штамбира мне больше всего нравится из всех. То есть... Штамбир на первом месте, на втором мой аромат идет, больше гвоздичный. Шнайдер какой-то он провальный. Ну, не знаю, как не нравится. Я не помню, я уже дегустировал Шнайдер или нет. Я что-то такое помню, такой аромат. По-моему, даже я его дегустировал. Очень схожий аромат. Вкусненько. Вот это вкусно. Ну, давайте сравнение с третьим вариантом. Ну, это какая-то такая водичка вот. Чуть-чуть вот пшеничного солода, хотя там больше 50% по ГОСТу должно быть. Ну, такой прям, как будто пшеничный солод где-то взяли там какой-то не очень насыщенный, какой-то непонятно. Вот здесь прям штамбир молодцы вообще. Это вкусно, приятно во рту, и оно, кстати, похоже такое. Знаете, домашнее пиво, его можно отличить. Как домашнее, крафтовое. Это же штамбир, это же не домашнее пиво. Его можно отличить вот по таким ноткам. Нотки очень схожи с моим, но мне, кстати, честно признаюсь, вариант штамбира больше нравится. Оно и по аромату интересное. И что-то мне Шнайдер вообще не нравится по сравнению с штамбиром. Ну-ка, мое. А мое схоже. Мое вообще схоже с штамбиром. Блин, ну, то есть, опять же, видите, я не знаю, может быть, Шнайдер это и есть, это эталон, возможно, да, пшеничного пива. Но мне больше такие вот варианты нравятся, штамбиры и мой. Очень похожие, и видно, что крафтовые варианты. Возможно, это минус для пшеничного пива, то что там мы не дотягиваем до каких-то там стандартов, но по вкусу мне это вкуснее. Ну, однозначно, штамбир по аромату и по вкусовым качествам выиграл. Чуть-чуть отстало мое пиво, но только видно из-за гвоздики под мой вкус. Хочется чуть больше банана. Вот здесь оно присутствует. Шнайдер на третьем месте. На третьем месте у нас идет Шнайдер. Вайс, ну это, конечно, удивительно. Это тоже неплохой вариант. Это наши вот немецкие друзья для России варят. Вполне себе неплохо. Такая варка получилась. Довольно вкусно. Обзор небольшой получился в конце. Не знаю, кто досмотрел. Кстати, кто досмотрел, ответьте на вопрос. Стоит ли я записал дегустацию лакинского пива. Это, ребята, мрак. Стоит ли это выпускать просто? Ну, потому что, может, просто канал пивной по приготовлению пива, а тут какие-то обзоры на лакинское. Но мне уж очень было интересно, что это за пиво, потому что я много о нем слышал, я проезжал мимо и не мог не устоять, не заехать в фирменный магазин.
был немного потрясен. Всем спасибо за просмотр. Варите пиво. Вот получается очень вкусно, если все соблюдать, все делать аккуратненько, чистенько. А мы с вами увидимся в новых видео. Или рецептах, или обзорах. Ну, уже посмотрим.